Другая резонансная авария случилась в Барабинском районе нашего региона. В столкновении трех фур погиб дальнобойщик. Вообще ничего не осталось, один скелет. Так их несколько здесь фур. Три, что ли, получается? Три даже. 67-летний водитель МАН ехал со стороны Омска, выскочил на встречку, где столкнулся с другой фурой, которую после удара откинуло в третий грузовой автомобиль. Шабиня оторвана, это еще лежит один, а в этой тоже все. А в кабине, да, осталось? Ну, которую оторвало, вот правый, но поломан весь, в крови, его вытянут, они не ходили, смотрели. Шофер второй фуры скончался. Его личность устанавливают, так как документы сгорели. Третий участник, мужчина 1980 года рождения, госпитализирован. Пострадавший есть, а там уже горит, и второй фура уже начался. Ребят, у вас есть что-нибудь отодвинуть? Вытащите его. Нога, вот здесь, в первую очередь. Его нога прям вот здесь, не надо его двигать. У него нога вот здесь обработана. Вот здесь, вот здесь. Последствия ДТП ликвидировали бойцы МЧС. На участке временно пришлось организовать реверсивное движение. Точные обстоятельства случившегося устанавливают следователи.